ребенком, а сегодня будем открывать мороженницу. Фабрика мороженого. Да. И будем делать мороженое с Дариной. Да, ну давайте начинать открывать. Давай будем открывать. Давай, открывай. Покажи мне коробочку поближе. Там нарисовано. Такие всякие есть формочки, в которых мы будем делать мороженое. Да, хотите, я вам что-то покажу? Да. И есть такая специальная вот фабрика, с которой будут выдавливаться вот всякие такие украшения, формы, да? Формочки. Ну, давайте дальше открывать. Давай, давай, открывай, я жду. Получается у тебя? Давайте открывать. Посмотрите, это все принадлежности. А что там еще? Картон. Картон нам не нужен. Сама установочка. Давай все вынимаем. Что там есть? Еще картон. И... набор пластилина. Да, ну давайте все открывать. Сейчас мы соберем установочку. Я собираю. Вот. Сюда нужно что приехать. Давай. А вот так будем, вот так нажимать. Видишь, ты разобралась быстро. Вот, а здесь нам нужно что-то вот сюда. Вот. Теперь открываем вот что. Давай открывай пластилин. Посмотрим, сколько у нас там пакетиков пластилина. Дать тебе ножницы? Сколько его там баночек этих. Вот, смотрите, это красный. Вот, а это розовый. Это фиолетовый. Посчитай, сколько у нас. Даже. Сколько у нас цветов? Один, два, четыре, пять цветов. Ну давайте открывать ножницы. Давай дальше открывать. Тебе надо ножницы. Открывай. Что это такое интересное? Всего там есть. О, тут чтобы мороженое. Вот такая установочка. Такая. Такие формочки. Подожди, Даринечка, возьми, положи ножницы. Да. Давай, высыпай что-то. Смотрите, вот есть такой выжимал. Дальше. Формочка для мороженого. Угу. Видите? Формочка для мороженого. Как а настоящая вот формочка. А вот, да. Вот эта тарелочка маленькая. Видите? А вот это, чтобы под мороженое. Вот так. А ложечка. Такая, да, для мороженого? Что дальше? О, тут еще вот это. Что дальше? Что там такое? Ложечка. Маленькая. Всякие ложечки, набор ложечек. Давай вытаскивать. Это, что тут, там еще есть? Стаканчики. Вот это. И стаканы. Ой, настоящий. Такой стаканчик для мороженого, как настоящий. Да. Еще у нас вот такая ложечка. Такая ложечка. Дальше. Сколько такая всяких формочка. Штучек. Надо будет посмотреть, что с ними. Ой, делать. Еще тарелочка. И тарелочка. И еще одна формочка для мороженого. Еще только одна... это голубая уже, да? Да. Ой, еще такая форма, чтобы туда вставлять вот это. Вот это что дальше? Еще стаканчик. Такой. Что дальше? Это стаканчик для мороженого. Вот это скаталка. Ну это раскатывать, да? Ну все так. Вот такая
баночка, да, мороженого, фабрика мороженого. И вот тоже много стаканчиков. И мы сейчас посмотрим, что можно делать. Мамочки. Ну, давайте для мороженого из пластилина. И вот такие разные вот есть ложечки. А это, наверное, формочки вырезать, звездочки. Да. Ну что, начинаем. Наверное, открывай пластилин. Там не запечатанный. Давай приготовим наш пластилин. Нет, не запечатанный. Тут запечатанный такой. Надо их пораскрывать. Я сейчас его открою. Открывай пластилин, какой тебе надо. И что мы будем сначала делать? Дать мне ножницы. Сейчас дам ножницы. На. Аккуратненько там разрезаем. Открой себе несколько цветов, из какого ты будешь вот делать мороженое. Пахнет хорошо. Давайте я сейчас открою устричку. Формочку такую. Да. Туда положишь пластилинчик. Формочку. Так. А еще есть же палочка к этой формочке. Возьми палочку. Я взяла. Это будет такое ванильное, да? Или лимонное? Лимонное. Ну, такое желтенькое. А то, что лишнее, можешь ложить, или там лишнего не получается? Там лишнего не получается. Потом. Пломбир. Дырочка там. Надо положить ровненько. Давай я помогу. Давай. Или ты все сама? Ну что, получается? Первое мороженое получилось такое, можно его кушать уже. Ложи его на тарелочку. Давай формочку, там остались остатки, можешь убрать. Коробочку. Тариночка, с кормочки убери остатки пластилина в форму, ну, в коробочку желтенькую. Зеленое такое, это типа киви. Тесто раскатываешь. Давай. А что ж ты хочешь с этого делать? А, вырезать какие-то формочки? Типа пироженки какие-то? Давай, показывай нам, что там надо. Попробуй маленький кусочек, много не накладывай, мы потом посмотрим, что получится, да? Получается? Да. Ну давай пробуем что-то такое, как оно. Положу еще. Положи туда еще. Наверное, этого мало. Положи больше зеленого или еще какого-то, добавь другого цвета. Пробуй.
аккуратненько, чтобы оно в тарелочку. Все, наверное. Ты так. Лишнее убираем. Вот. А теперь вырежи клубничку какую-то, укрась. Получилось? Да, вот такое мороженое. А ну положи, поснимай его сюда ко мне. Вот такая штучка получилась. Вот такое вот. Нужно накрутить. Закручится. Мало пластилина, добавляй туда еще. Зеленый добавим кусочек еще. Удавливается. Наверное, больше пластилина надо ложить. Я уже больше. Вот, смотри, видишь? Такие красивые барашки получаются. А их можно еще и закручивать. Давай, давай внутрь собирай, собирай все это. Собирай. Сначала убираешь ненужное. О, держи, держи стаканчик, а то он вываливается. Да. Тоже такими штучками идет. Ну, еще приподнимай, наверное, еще приподнимай, что мало. Косичка получается такая. Красивая. Получается. Вставляй, вставляй уже, ничего страшного. Не, нет, другой стороны. Получается. Ой, смотри, какой классный. Придерживай, закручивай его, будет красиво. Видишь? Клубничное мороженое. Ну, видишь, получилось. Накрываем. О, а то сама. Смотри, какой будешь. Сделай еще что-то такое украшение. Можешь сделать, если хочешь. Что? Ты решила сделать разноцветное? Фиолетовым? Ой, а фиолетовые цветочки, знаешь, какие красивые были? Отдайте мне, пожалуйста. Язычок вывалится. Остатки в коробочку скидывай. Открывай. Видишь, как аккуратненько вытаскивай. Ты поддень его с той стороны, вот так пальчиками, потихонечку, аккуратненько. Или вы... О, посмотри, какое получилось, красиво. А ну покрути его. Покрути, я посмотрю. Нет, с другой стороны покажи. Но с одной стороны малиново, а с другой фиолетовое. Вот такое. Или розовое, розово-фиолетовое. Ну, прямо мороженое для Барби, да? Ну, ложи на тарелочку. Или... Нет, нет там тарелочек, да? Не, есть, он беленькая. Такая маленькая. Ну, ничего, она поместится. О, какое красивое мороженое. Вкусное мороженое. Какие мороженое сегодня получились, да? Красивая мороженка. Да? Ну что, будем прощаться? Да. Всем пока и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. А в следующий раз мы вам сделаем еще красивее, да? Да.
мороженое. Но с первого раза вот оно вступает.